В рамках реформы в большинстве городов Литвы планируется объединить больницы с поликлиниками. Произойдет ли это в Висагенесе и будет ли в нашей больнице сокращен персонал и закрыто отделение по уходу? Такие слухи муссируются в последнее время. На все вопросы сегодня ответил мэр Висагенеса Эрландас Галагус. Претерпит ли Висагенская больница какие-либо изменения? Ну, я думаю, что какие-то изменения все равно будут. Но делаем все для того, чтобы эти изменения были в положительную сторону. То есть на прошлой неделе, по-моему, в четверг, я подписал распоряжение о создании рабочей группы в нашем самоуправлении. И будет разработана стратегия, каким образом будут реформироваться наши учреждения по здравоохранению. Имеется в виду как поликлиника, так и больница. Но по нынешним, скажем так, сведениям из министерства, наши изменения только в положительную сторону. В связи с тем, что наша больница остается больницей, и наша поликлиника тоже остается как поликлиникой, только они укрепляются. Потому изменения, могу ответить, что будут, но будут в положительную сторону. Сейчас говорят о том, что в больнице будет сокращение. Знаете, говорят, пока никаких сокращений не планируется, а наоборот, как раз, как я и говорил, что наша больница будет укрепляться. То есть и количество, скажем так, обслуживаемых людей будет увеличиваться. Отделение по уходу сохранится? Да, конечно. Да. Никаких других планов нету. И здесь ведется очень, скажем так, интенсивные переговоры с Министерством здравоохранения. Я лично уже с вице-министром общался и с нашими представителями наших учреждений, то есть директорами. Мы вместе ездили в Вильнюс. Вроде все объяснили. Сейчас есть другие этапы переговоров. То, что мы в реформе участвуем, мы уже заявили, мы будем участвовать. Но можно сказать так, что мы здесь в достаточно хорошем положении.